обычно мирную роль, ночью не просыпается, но если его убили, он скрывает свою карту и имеет право забрать с собой любого игрока из-за стола. Конечно же, желательно, чтобы это была мафия, либо маньяк, кого вы забираете, но если вы возьмете просто кого-то с собой покурить, тоже нормально. Итак, мы начинаем, поехали. А еще раз ролик. 4 мафии, 4 мирные. Вова подсказывает. Маньяк, доктор. Дайте выбрать номер один, он все время мафию вытягивает. Так я ему еще первым давать, что последним все равно мафию. Махнуша. Да он же только что сказал, что можно вообще весь вечер быть мафией. Он смирился. Четырех сразу двоих сказал, и они меня опять сразу не пишут. Я даже ночью пришел. Опять не повезло? Да, блин, такая карта. Вообще, ни стрельнуть, ни убить никого. Я вообще такой не люблю. Пипель? Нет. А я его спрашивал. Не говори. Куда поедем, дорогой? Шапка, да? Запомнил или нет? Посмотрите, первый номер не изменился, позу не поменял, так же улыбается. Все, мафия, у нас. Он был мафия? Пусть двоечка его прощупает, двоечка. Скажи, пусть двоечка прощупает. А двоечка профессионал, да? Очень. Тебя хорошо? Да, он это зарабатывает. Сегодня после игры все деньги. Это не так, он по карману мелочный. Он приехал с улыбкой. Добрый вечер, город, всем привет! Отличный, замечательный у нас городок подобрался, сильный, мощный, сейчас поиграем. Итак, но для того, чтобы мы все представились... Разберемся сначала. Чтобы мы все представились, что-то поговорили, рассказали и тем самым дали какую-то информацию о себе, мы поговорим об ассоциациях. Это на самом деле очень новое нововведение, раньше никогда такого не было. Это первый раз сейчас в нашей игре будет вводиться. Итак, значит, мы говорим свое имя, потому что все новые люди, свой номерок, все как полагается, и ассоциацию на слово «тоямырка». «Тоямырка». Это русское, я повторяю, древнее слово, которое существует. Просто оно было забыто. Я думаю, сейчас мы вспомним, может быть, его снова вернем в игрокод. Красивое слово, это ямырка, почему бы нет? Давай я первый скажу, пока он попусть подумает. Давай. Как будешь первый? Не молчи. Так вы говорите, я же не могу переговорить. Игрок номер один, меня зовут Максим. Что мне первое пришло в голову, это... Да ямырка побежала. Спасибо. Мог бы и не брать первое. Эти слова было смешнее, скажем так. Будем по-честному говорить. Финал так себе не продуманный был. Номер два, Рустам. Это ямырка. Ну, у моей девочки некоторые места будут тебе по-новому делать. Своя ямырка. Да уж. Поехали дальше. Твоя ассоциация, любая, которая в голову приходит. Первое слово – Китай. Тай? Тай. А второе? Китай. Мырка. Мырка. Не отнеси мне свою мырку в Тай. А там ее помоют до дырки. Вот. Окей, все. Будем считать, что это мой ответ. Слышишь, записывай на камеру. Номер 4 – тихий. Блин, все расхватали, заразы. Таямырка, ну ладно, пусть это будет какая-то такая папуаска, таямырка. Пришел к своему вегетарианцу, как он называется? Он свой назвал пятница, я такой, так, будешь? Таямырка. Поехали дальше. Так, а почему справа какой-то происходит хрень какая-то у меня в ушах? Задёшь. Да. Проверься. Поехали дальше. Проверьте свои таямырки. Не будет задержать. Привет, я Дмитрий, я номер 5. Да, пятерочка выручает. Вот, я думаю, что таймырка это женщина с... Сырёвочка, звучало? Грустно так. Грустно, да. Вот, народно с севера, это жительница такая. Северная, как Нанайка, только жительница... Это которая 50 оттенков снега отличает. Да, жёлтые, главное, отличаются, всё остальное, не важно. Вот, то есть на таймырке живёт таймырка, соответственно. Шикарно, мы вас поняли, дальше поехали. Игрок номер 6, Владимир. А мне кажется, это что-то из кадра, типа, жил Иван Царевич. Обрезали ему таямырку. И вылили. И батя вдруг его зовет утром и говорит, так, бери свою таямырку в руки и пошел за лягушкой, блин. И там можно дальше. Жил был Иван Царевич, была таямырка. А у Ивана Царевича был бессон. Заболел тревожь. Он дул себе в уй, да? Так, все, спасибо. Выключи микрофон номер 6 и передайте игроку номер 7. Ну, первая ассоциация – это легкодоступная здешняя женщина. Здешняя? Именно этого города. Как раз то, о чем говорили вот мужики, но это меня. Да, стоямырии, наверное, там. Таймырка стоит. Ты приезжаешь, ты как бы. Приезжай, говоришь, хотелось бы сразу пару таймырок заказать, пока у вас пока не высокая цена.
открыли? Нет, там все по-честному, там будет. Да, номер 8. Карабас. Слушай, пятерка на самом деле украл таймырку, девушку с Таймыра. Ну ладно. Повторись. Лишь бы не таймырили бесплатно. По углам. Спасибо. Поехали дальше. Откуда такой образ? Ну так же, блядь, разумеется. Ну это опять же из Якутии. Я не знаю, как новичка пришел Филипп, культурный молодой человек. Где Филипп? Его нет. Он как пришел, так и ушел. 30 секунд провел, сказал, что ему с работы позвонили вот сейчас вечером. Да-да, он такси работает? А это он еще не слышал про помой свою дырку. Он бы вообще здесь просто охерел. Он бы залип сразу. Всем бы написал, не ходите туда. Там все опасно. Дальше поехали. Слушайте, но я не такой Петросян, как тут молодые люди. Я шутить так не умею, но не знаю, ассоциация у меня таймырка, мой додырка какая-нибудь. То есть как бы беседа не помогла, да? Вообще никак. Ну такие ассоциации же можно сделать. Ладно, поехали дальше. У Татьяны лучше будут. Конечно, лучше. Я загуглила, но я расскажу, что это такое. В принципе. Короче говоря, таймырка это где-то рядом со Стамеской и так далее. Со Стамеской? Я даже не знаю, что такое Стамеска. Ну там где таймырка. Это да, для меня это где-то вот одно и то же, спасибо. Да-да, тут как-то занялся мебелью. Беру две стамески, одну такую хорошую таймырку. Поехали дальше. Игорь номер 12. Ну, в общем-то, продолжая тему ниже пояса, да, таймырка это древнерусское приспособление для сексуальных утех. Вот я почему-то об этом подумал. Мощно. Еще древнее приспособление. Вот, учитесь, как нужно красиво об этом преподносить. Тема та же, но как все достойно. Ну, все равно потом будет мыть до дырки. Поехали дальше. Вообще для женских или мужских сексуальных путей. Ему все равно. И тут заинтересовался Тихий. Да. А это для каких? Его Валера ему подсказал. Или как, Иннокентий? Харитон. Харитон. Номер 13, Евгений, он жирел. Ох, несчастливый, честно. Если здесь все обобщить, то жена Майдадыра. Жена Майдадыра. Отлично. С этим мы их продолжим. Итак, у нас на дворе ночь. Всем спать. Google нет такого слова.